Если вы хотите дать вашему ребенку лучшее воспитание, это, конечно же, мне надо. Мне. На канал. Может, и не на канал. Записывайте адрес. Что за фигня? Кто посмел явиться? Ну что, ПВП? Или зассало? Блин, не зассало. Ну ладно. Сейчас как эпично ударю в прыжке. Ай! Что происходит? Нет, я повержен! Вынесла с одной стрелы. Я думала, передо мной профессиональный игрок. Я так и знала. Новичок. И что дальше? Мне эта игра не помешает. Новичкам в этой игре ничего не светит. А вот тут ты ошибаешься. Эй, что это такое? Это обновление Shadowlands для World of Warcraft. Если ты мечтал поиграть в World of Warcraft, но боялся, что слишком плохо знаешь игру, то сейчас самое время начинать. Ведь новое дополнение Shadowlands очень дружелюбно относится к новым игрокам, которые смогут познакомиться с новыми механиками и погрузиться в увлекательную историю в максимально удобной и доступной форме. Вас ждет новая вводная часть и множество приключений на Азероте. Будет одинаково весело как новым, так и опытным игрокам. В дополнение вас ожидают 5 новых игровых зон, новая история и новый мир Темные Земли. Новый город для игроков, ковенанты с их уникальными заданиями и способностями. Таргаст, подземелье, которое постоянно меняется, и его можно проходить бесчисленное количество раз. И, конечно же, новая система уровней. Подробности в описании. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в прекрасную, успокаивающую нервы игру Raft. Я здесь, и у меня копье в руках. Сразу видно, что я покоритель этой природы. Этой природы, которая что-то там пытается. Да, тьфу, на тебя природа. Надо уважать природу, как говорил мой отец. Да, отец, ты слышишь меня? Я вообще думал, что мы отправились с вами в плавание великое, но мы, оказывается, здесь стоим. Где наш гриль? Гриль здесь. Можем ли мы что-нибудь съесть? Потому что это очень нужно сейчас сделать. Съесть! О, кстати, она нас еще и воду прибавляет. Ну, пусть будет здесь доска, пусть будет здесь доска. Нам бы наполнить, налить, попить. Наполнить, залить, поставить, греть, ждать. Кстати, давно акулы не было видно. Куда делась? Плевать, куда она делась. Сдохла. Сплыла кверху пузом. Надеюсь. Теперь же мы давайте разворачиваем парус и отправляемся. Я чувствую себя как герой водного мира. Смотрели кто-нибудь фильм «Водный мир»? Он провалился в прокате, но он все равно был классный. Это лучший фильм моего детства. Но не самый лучший, но хороший. Конечно же, ничто не будет лучше, чем «Зловещие мертвецы». Но сейчас это немножко не в тему. Почему мы стоим на месте? Не, мы отплываем. Я вижу, что ресы в ту сторону идут. Может быть, мы немного неправильно идем? Да, мы правильно идем. Сейчас отсюда ресы начнут появляться. Пока ресы не появились, мы просто начнем лыбную ровлю. Это когда ты лыбишься и рофлишь. А рофлить мы будем зачетными анекдотами. Кто помнит анекдоты? Я помню. Знаете, почему рыба не клюет? Потому что у нее нет клюва. Нравятся эти анекдоты? Досмотрите видео до конца, я расскажу еще 2. Надо уху мутить. Сырая скумбрия. Я сразу 2 взял, я сразу 2 поймал. Какая фиговая чайка, кто посмотрит? Ну пошли отсюда, это моя рыба. А, кстати говоря, уже начинаются ресы. Поток ресов. И у нас чертовски позорный плод. Нам нужно его большим делать. Давай же, рыба. Ты не забыла, что нам нужно приготовиться? Ты могла забыть, ты же рыба. Есть. Готово. Няма, хорошо. Все, давай, грейся. Следующее. Смотрите, еще один остров. Это... Погодите, успокойся. Это ты зря, это офигело совсем. Вон мой старый остров, а это мой новый остров. Направляемся туда. Где мое весло? Весло должно сказать, куда нам надо направляться. Туда. Мы опять с ресурсовой дорожки уходим, к сожалению. Ничего не поделать. Остров важнее. Там халявные арбузы и ананасы. Если тут повстречаю какой-нибудь водный рынок, я наварюсь. Ой. Прямо здесь, через маленькое отверстие будем ловить. Вот бы какую-нибудь барракуду поймать. Я бы хотел поесть барракуду. Ее вообще едят? Скумбрия. Ну все, я в принципе уже так сыт достаточно. Осталось только попить. Налить, залить, поставить греть. Кайфануть от этого. Я там не мимо? Нет, не мимо. А, поймала тебя, не глядя даже. Глупый кусок пластика. А, нет, ночь. Все, паркуемся. Что здесь есть на этом острове? Посмотрите. Какой странный выступ, да? Ай, нет, это обычный камень. Очень был подозрительный, как будто рукотворный. Рубить доска. Все, топор сломался. Ну-ка, может быть, мы можем еще один сделать? Зацените. У нас уже есть возможность. Блин, мы сделаем чуть попозже.
Так. Что за бедолага здесь жил? А-а-а! Как много всего мы взяли! И халявные арбузы, разумеется. Ананасы. Наконец-таки у нас прикольный остров попался. Ну вот и все. Покорили это место, вырубили здесь все, обрекли на уничтожение. Надо посмотреть, что на дне валяется. Надо быстренько посмотреть. Быстренько. Во! Наша тварь плывет, да? Тварь плывет по-любому. Мне нужен металл. Отдай! Кула не знает, что я здесь. Она вообще не в теме. Стрихь. Так. Нырнули. Где акула? Я не знаю, куда делась, но мне нафиг не нужна она. Слушайте, как удачно получилось. Она что, спать уехала? Уехала спать акула. Тихо. Нужен крюк. А, чтобы хороший крюк сделать, нужен болт. Мне нет болта. Куда? Просто куда? Что у тебя на уме, плот? Плот, ну говно, а? Хотел подставить меня. Ты чё, охренела? Ты чё? О, блин! Все, я пырнул ее. У меня новый есть. У нас есть книга прекрасных рецептов, которым... Как мы можем изучить болт? Нам нужен железный слиток, чтобы его сделать. А как изучить железный слиток? А его никак. Окей, делаем классический крюк. Нас все равно относит, да? Слушай, а что такое течение сильное? Вот, парус, справляйся. Вот сюда его направим. А теперь резко, надо добыть весь тот камень. Походу, это место необитаемое для акулы. Что это? Гигантский моллюск? Это еда? Ой, сейчас захлебнусь. Все, тихо. Без паники. Главное, без паники все делать. Гигантский моллюск собираем. Там еще камня куча. Странно, что акула не нападает на меня. Ой, а что это за коробки? Это потом... У меня инвентарь полон. Я собирал просто так все, да? Сейчас оно исчезнет. А, нет. Ладно, давайте арбуз. Арбуз точно. Е-е-е. Мой плод уплывает. Так, давай копье в руки. Прнуть! Не успею. Скорее. Может быть, копье мешает мне плыть? Да оно ж почти как весло. Может, весло? Давай, греби весло, подгребай. Походу, оно помогает. Или мне кажется. Я просто придумываю себе. Я пытаюсь себя утешить этим. Урод. Ну ты говно, конечно. Надо взять кокос. Как ты напугал меня. Оно уже вся в шрамах, она скоро сдохнет. Почти сдохла. Нам надо забрать то, что мы там старались, так добывали. Вперед. Да, сломалась. Тварь. Эта тварина пасет меня здесь. Блин, ну вон там все мои классные находки. Может быть, я еще весло могу сделать? И нет. Давайте вот этот чертеж уберем. Мне кажется, он нафиг не сдался. Семена ананаса. Зачем они нам нужны? Мы даже посадить не можем. Да грядка вообще здесь не в тему. Выбросить. Есть шанс. Так, быстрей. Прыгай. Выпрыгнул. Ха-ха-ха. Я выпрыгнул. Вон мои коробочки остались. Это не мои коробочки, они исчезли. Окей. Ну ладно, давайте соберем, что есть здесь. Я зря, наверное, сюда уплыл так далеко. Такую-то опасность. Походу, акуле здесь вообще нефиг делать. Я понял, она стремится за тем, чтобы возле плота находиться все время. Ее цель это не я даже, это плот. Пластик. Как там у плота дела? Он уже за горизонтом пытается скрыться. Блин, еще и пластика не хватает. Ладно, давайте не будем рисковать. Он уже очень далеко уплыл. Мы сейчас с захватом вот этого пластика начнем гонку всей нашей жизни. Вперед. Вон она. Да, она действительно рядом с плотом держится. Как страшно. Мне прям внутри все сжимается в эти моменты. Не знаю, не могу никак привыкнуть к этому. Что я стекло просто и все. Ну все, мы теперь можем сделать хранилище второе. Хранилище, часть вторая. Возвращение хранилища. О, блин. Ты почему ты всем выбираешь самый... Сдохла, мразота. Подобрать. Акулье сырое мясо. Ладно. Давайте парус уберем и поплыли. Все, прощай, остров. А, здорово. Голова акулы. А что с этим мне делать? Это одежда, я могу на себя это... Я одел на себя голову акулы. Какая-то шляпа. Ну, в прямом смысле. Большой моллюск. Я не знаю, что с ним можно сделать. Потом разберемся. Но я знаю, что можно сделать с акулей мясом. Мне кажется, оно будет чертовски питательным. Вот, новая дорожка из ресов. Давайте туда направим чуть-чуть нас. А так. Мы ничего нового не нашли, что мы могли бы изучить. Например, моллюск. Изучить. Мы теперь можем делать птичье гнездо. Погодите, у нас будет друг чайка. Итак, рыбий анекдот. На рынке у вас рыба свежая? Конечно.
Вы же видите, рыбак еще не протрезвел. Оскорбительно. Оскорбительные шутки. Что если рыбак, значит, обязательно бухает? И еще один анекдот я вам расскажу в конце видоса. Смотрите, впереди еще один остров. Но это, по-моему, тот, на котором мы уже с вами были. Я уже и не знаю. Стой! Вернись! Пластик! Кстати, по-моему, сейчас мой приоритет – пластик и дерево. Его надо максимально много, потому что я хочу ловушки сделать. В принципе, акулы нет, можно просто нырять и все подхватывать. Ничего не упускать. Она здесь! Вот эта мразь. Вот эта мразь. Я думал, ее нет, я думал, какое-то время ее не будет появляться. Смотрите, мы же прямо на остров плывем, да? Давайте-ка на него и заплывем. Нет, давайте мимо. Давайте просто, да, своей дорогой дальше плыть. Найдем остров поинтереснее, покруче. Вот что мы хотели сделать, сеть-ловушку. Готово. Как-то так, типа? Типа того. Вот, она уже начинает работать. Плоды сразу первые чувствую. И давайте ее, да, вот так сделаем, чтобы никакая тварина не смогла отхавать. Спустя гребаных 8 часов. Я добыл достаточно ресов, теперь могу сделать вторую ловушку. Надо на них на самом деле сделать упор, потому что, блин, они уже столько всего мне поймали клевого. Пока вы не видели. И я не вру и не преувеличиваю. Там они поймали огромную акулу, значит, бриллианты, золото. Поймали, значит, русалку. Мы с ней так хорошо повеселились. Все это просто я вырезал на монтаже, чтобы долго вы не смотрели. Вот так защитим ее. Все. Акула точно не притронется. О, смотрите. Видите? Волны поднимаются. Вот с этим надо быть осторожным, меня может скинуть. О, не трогай мою бочку. О, нет, штормит. У меня морская болезнь начинается. О. Кстати, птичье гнездо мы можем изготовить. А, вот для чего нужен моллюск. Для птичьего гнезда. Короче, нам нужно, чтобы мы не спугнули при этом птицу. Типа того. И вот здесь будет стоять гнездо. Пусть гнездится чайка. Смотри, плывет целенаправленно. Целенаправленно плывет, да, турина? Слышите? Какой странный был звук. Баги. Бермудский треугольник. Он баги вызывает. Плавает, не знает, дать куда ей свои зубы пристроить. Я бы показал, куда ей надо зубы пристроить свои. Но у меня слишком детский канал. Слишком family friendly. У меня канал, понимаете, для самых маленьких. Самых маленьких и невинных. Чем меньше, тем лучше. Поэтому, если вы хотите дать вашему ребенку лучшее воспитание, это, конечно же, мне надо. Мне. На канал. Может, и не на канал. Записывайте адрес. О, акулье мясо не готово почему-то. Что ж такое, плохая кухня. Ладно, шторм оказался не таким страшным, как я думал. Нам бы с вами остров какой-то найти. Вот сейчас я грамотно закину и прям две бочки подхвачу. Одна готова. Две бочки. О, чайки уже летают. Как бы их приманить? Что нужно сделать, чтобы они захотели гнездиться здесь, вот в этом месте уютном? Несомненно уютном. Могут быть семечки? Конечно же, семечки. Чтобы и покушать... Они понимали, что здесь можно и похавать. Нет, семки нельзя положить. За бочкой! Вперед! Нет. Вперед! Ах. Боль. Ладно. Там впереди еще одна есть. Чайка гнездится. Она сейчас тужится. Тужится вовсю. Давай я помогу. Крюком достану твое яйцо оттуда. Давай, сейчас... Сейчас родишь у меня, блин. Родишь и... А! Так-то. Я знаю, что у чаек много яиц. Именно поэтому они такие смелые. Блин, я знаю, что ей скучно. Мне надо было сделать два гнезда. А у меня всего лишь одна ракушка. Чайки не приемлют общежитие. Они не смогут ютиться в одном гнезде. Поэтому... О, нет, нет, нет. Я знаю, что ты задумала. Я знаю, что ты... Блин, говно такое задумала. И сразу вижу, как ты собираешься напасть. Я очень хочу, чтобы ты вынесла свое яйцо из себя. Вытащи его. Давай. Яйца. Не уверен, что я не съем его. Ты понимаешь слово яйца, чайка? Сейчас вот так. Я просто подойду чуть-чуть поближе. Чтобы, да, просто собирать ресы. Мне от тебя ничего не нужно, кроме яиц, конечно же. Ты же не думаешь, что ты здесь просто так бесплатно? А-а-а, блин. Что это? О, нет. О, нет.
Баг, да? Багануло? Нет, все нормально. Бочка, 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 бочка. Иди ко мне скорей. Смотрите, сидит так прям активно. Ох, я прям в ловушку свою упал. Надо платформу свою расширять. Сделаем чуть-чуть побольше плот. В этот момент нам придется остановиться и делать этажи наверх, конечно же. У нас будет большой трехэтажный, да какой там трех, тысячеэтажный плот. А долго вообще чайки высиживают яйца-то? Сейчас я придушу, блин, придушу. Что, кто еще? А, это отец, наверное, да, отец яиц этих. Я вижу плот впереди, курс на плот. Смотрите, она улетела, все, сделала мне перья. Она высиживала перья? Чего? За бред, нахрен я ждал этого. Какая-то старая чайка просто села. Блин. Ну, погодите, ладно. Перья это все-таки не просто так говно какое-то, это возможности новые. Давайте изучим. Вот. Мы можем научиться краски делать. Гамак. Гамак замутим. Только подумал о гамаке, сразу аж лень стала все делать. Хочется просто завалиться и все. Так мы и сделаем, не бойся, чувак. Надо осталось только гамак замутить. Это вся твоя жизненная цель. Больше в жизни ничего не нужно делать, кроме как гамак замутить. Остров еще справа. Ну ладно, хрен с ним. Я слышу тебя отчетливо. У меня сломалось, ладно, у меня сломалось. Можешь. Я новый сделаю просто, тупая акула. Копью готовы. Мы сейчас разобьемся, мы сейчас столкнемся с ним. Нет, хотя мне это и нужно. Вон, я вижу хранилище наверху. Давай, не буду ждать долго. Просто ныряем. Что здесь есть? Так, гриль какой-то. О, блин, тут еще забраться надо. Что за квесты? Все взяли, где бы плот? А, вот он. Оп! Чё толкаешь? Эй! Вот, ты чё толкаешь? Не понял. Мы можем сделать гамак. Нам нужны перья. Мы не можем сделать гамак. Ладно, чуть-чуть. Чуть-чуть подождем и сделаем гамак. О, блин, это будет круто на гамаке валяться. Чайка, она перьев не замутит. Неужели у нас тут чайки только ради этого существуют? В общем, я понял. Нам не светит яиц пожрать чайкины. Но таким образом мы сможем добывать перья. В этой игре чайки бесплодны, и все, что они могут... Просто перья, блин, рожают. А вот если я не знаю репродуктивной системы чаек, я могу это воспринять за чистую монету, что чайки появляются из, просто из перышка. В принципе, как дерево из листика. Все очень даже натурально. И звучит убедительно. А когда звучит убедительно, большего мне и не нужно. Ну, раз мы многому с вами сегодня научились, предлагаю на этом с вами и закончить видос. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Можно и побольше лайков. Пишите комментарии прикольные, веселые. Пишите анекдоты. И, кстати, я забыл рассказать вам анекдот. Кто там? Погодите, это акула охренела. Вот, анекдот про рыбу. Куда собрались мужики? На рыбалку вестимо. А ящик водки зачем? Рыбы клевать не будет? На белочек наловим. Мы плывем на какой-то остров. Что будет на этом острове, мы узнаем в следующей серии. Интригующая концовка, нифига себе. Итак, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в ВК, в Инстаграм, в Телеграм. На мой сайт с комиксами заходите, покупайте мерч. Этот мерч помогает мне поддерживать мои клевые проекты, которые вам так всем нравятся. Обязательно, ну правда, рядом по чесноку. А теперь интригующая концовка снова. О, блин, как я заинтригован. С вами был Юджин и всем пять.